Сейчас слушаю вебинар «Здоровые новости», март в записи, и вот что у нас. Можете не сомневаться, друзья. Соответственно, начнем с концептуальной части, и в марте уже нас ждут два важных запуска наборных. Нутрипэк в середине марта ожидает нас в ТС и через месяц в Европе. Важная составляющая нашей концепции здоровья. Immunity сегодня особенно актуально звучит эта тема, но об этом еще чуть попозже. Подробно о них буду рассказывать в формате стрима на Инстаграме, в Инстаграме. Это произойдет через пару недель. А у нас сейчас в проекте «Экодетокс», который мы ведем в чате Telegram для многих стран, городов, там много участников, в основном все сидят на коловаде. Это такая коробочка коловада, я про нее уже раньше говорила. Вот, сейчас, по-моему, ее даже нету в режиме покупки. Сегодня вот из Воронежа посылку заказывали. А вот в Германии тетечка у меня заказала, там есть у вас. Вот. Что это за коробка? Это глубокая очистка организма. И так как сейчас ее докупают как раз в период поста, постное питание. Там такие еще вкусные рецептики от нас, от кураторов. Я сейчас вам парочку размещу, вы просто, как это, слюнки потекут и пальчики будете облизывать. Насколько вкусно может быть очистка организма. Сейчас пару напоминаю, это питание для проекта Экодетокс для коловады. Это не для проекта Банда Стань Легче, где мы худеем. Это два разных проекта под разные задачи. Она будет формат побольше, чем Coral Detox. Вообще коробки все сильно поменяются, не только шуберы, но и сама коробка станет намного приятнее, основательнее. А вот как раз и пришла моя посылочка от Coral Club. Представляете, вот вам эти коробочки вживую, которые вы только что видели на нашем вебинаре. Вот она, коловада. Вот про эти рецепты я вам сейчас расскажу. Это наша стандартная коробка Coral Detox. Это противопаразитарная коробка Coral Detox. Вот это от паразитов. Видите, коробка. Стоит она 5200 в рублях. Пьется 2 раза в год. Никаких глистов, паразитов у вас. Прыщей, высыпаний на коже тоже. Кстати, сейчас быстро покажу клевый результат. У девочки на спине было жуть-жуткое, хотя с виду красотка. И сейчас покажу, какая стала спина после этой коробки. Так, что я еще взяла? Вода, как всегда, беру по акции. Получается, что 6, 5, 5 оплачиваете. Вот, а 6 в подарок. Вот, в этом месяце взяла лунгу, тоже по акции 3 берете. Раз, два, три. Четвертое в подарок. На ней заквашу капусту и на ней заквашу кефир, чтобы получился йогурт. Выложу. Как всегда, витамин D. Витамин D постоянно. Благо, он у нас вообще недорогой, но липосомальный. Липосомальный. Медики знают, что это такое. Я вам уже все уши прожужжала. Что еще? Что у нас здесь? А, кальций-магний комплекс себе взяла, чтобы укрепить кишечник, перистальтику. И взяла себе что-то еще. Жир печени акулы для иммунитета. Здесь сквален, вы знаете. Это
Жир печени акулы. Почему я его люблю больше, чем омегу? Потому что в нем содержится такое вещество, которое называется сквален. Сквален достают из глубоководных акул. А акулы такие штуки и на поверхности, и глубоко в воде. Да? Соответственно, представляете, какие у них стрессы, перепады давления и так далее. И у них иммунитет гарнейший. Поэтому лучше пить жир печени акулы, а не просто омегу. Так, папайи беру всегда много, потому что это фермент. Фермент растительного происхождения. Он и белки расщепляет, и противопаразитарно очень хорошо на детей действует. Когда мы пьем папайю, это 100% в засушенном виде. Представьте, что морковку начистили на терке и спрессовали ее в таблеточке. Сейчас позже открою, покажу. Вот. И когда мы едим папайю, вот эти паразиты, которые присасываются к нашим... кишкам, они открепляются, то есть папайя, присоски у паразитов мягчеют, и они открепляются и выводят. Вот еще отдельно, тоже всегда рассказываю вам, липосомальный куркумин, у меня витамин С еще есть, липосомальный куркумин заказала. Все вы знаете, что такое куркума, благодаря аюрведе. Я очень много ем молочных продуктов, полезные с куркумином. Вот, поэтому это всегда в моей аптечке. Плюс куркумин — это самое лучшее противовоспалительное средство, да еще и в липосомальной форме. Мне, ну, про эту штуку я вам рассказывала. Это либо для алкоголиков, но я с любовью, потому что, ну, для тех, кто даже просто выпивает шампусика или винчика. Вот, и для таких, как я, я его пью для того, чтобы была хорошая кожа, для того, чтобы был хороший пышный кал, вы помните. Только Юнакова может вам правду сказать, что кал должен быть пышным и светлым, и не пах. То есть здесь 30 саше находится. Сейчас покажу вам, как они выглядят. Это в виде чая. Вот, вот такие вот 30 саше. Сейчас скидка 25%. Я экономная хозяйка, беру только со скидкой. Без скидки 3200. Для меня это очень дороговато. Вот, поэтому вот такой вот фандетокс для вам в помощь для печени. Очень быстро обновляет печень. Цирроз печени очень быстро лечится. Все, Тимошка уже растащил. Вот, и бальзам для губ заказала, потому что у меня закончился, а мы в отпуск собираемся, вдруг там нос обгорит или еще что-то. В нем очень много масла ши, а я его использую как вокруг глаз, вокруг век. И вокруг губ, чтобы губы не были как куриная попка. Вот, все. Так как на дворе вечер, я праздничный макияж вечерний одела. Еще забыла вам рассказать про кальций-магний комплекс. У нас много всяких кальциев в компании. Почему именно не комплекс? Потому что здесь соединение малат и цитрат намного лучше, чем карбонат. Поэтому для меня, для косточек, для суставчиков и для перистальтики кишечника, у кого вдруг вопросы с запорами, кальций, магний. Для того, чтобы квасить капусту или делать йогурт, необходимо таблетки в размолотом виде. Поэтому я заранее сейчас целую баночку перемолю, пересыплю в баночку, и у меня уже будет заранее порошок. Сейчас я закрою. Да, баночка с порошочком. Так, я ставлю на функцию лед.